Всем привет! Спешу похвастать своей новой обновой УАЗ-21083. 93-го года рождения машина. Ой, не оригинал, конечно, но все же. Не переживайте. Зеленая восьмерка тоже живая. И сейчас она в городе стоит. Вот, ну а я вам покажу вот эту новую свою тачку. Начну с того, что автомобиль перекрашивался. Была она серо-голубая, металлик. Но мне захотелось вот именно беленькую восьмерочку. У машины было очень много хозяев по ПТС. Вот. Видно, где-то стояло. Может быть, колеса где-то лежали. Колеса ржавенькие, видите. Колеса мы будем красить. Ну, а в целом так приятненький автомобильчик. Никакого тюнинга не будет. Почему? Потому что я его не люблю. Не люблю я, скажем так, извращение над машинами. Хотя есть интересные проекты, да? Вот. Мне нравится в оригинале, то есть под завод. И буду я ее максимально пичкать заводом. Вот. Остались у меня впечатления с детства. Поэтому хочется восьмерку. Еще одну. Давайте покажу салон. Салон. Ручки, кстати, здесь не вазовские. Но мне они больше нравятся. Вот. Высокая панель. Руль тоже восьмерочный. Не хочу ни десятый, никакой. Хочу именно восьмерочный. Карты дверей. Немножко они побиты. Но по сравнению с той восьмеркой, конечно, это вообще здесь все шикарно. Вот. Не знаю я, пробег родной ли у этой машины, не родной. Но пока вот салон я отмыл. Потолок тоже отмыл, смотрите. Оставлю мягкие вот эти вот козырьки. Мне они больше нравятся, чем 14-й жесткие. Кармашки есть. Вот. Будем еще докомплектовывать. Вот там вот нет вставки. Потолок. Вот одну я купил. Вот эту черную. А вот там рядом была одна в продаже. С авторазбора не хочется брать. Заедем в другой магазин, купим обязательно. Подиумы, скажете. Подиумы — это не завод. Да, подиум не завод, но будет здесь музыка. Чтобы можно было слушать качественную музыку, 4 колонки. Поэтому оставим подиумы, они здесь были, ребята. Короче, вот так. Нужно будет поменять выключатель, потому что он там сломался, не возвращается. Сигнал я поменял, вот этот вот держатель-переключатель, как он называется, потому что там был сломанный. Вот, теперь что у нас сигнал есть. Вот. Будем марафетить машинку. Про ковры потом расскажу. Сегодня вот я пропылесосил. Вот. Кстати, вот смотрите, спинку я взял с авторазбора. Мне захотелось с подголовниками. Но на днях я буду ставить. У меня спинка старая осталась. Буду менять чехол такой же, чтобы сиденья были одинаковые все. Вот. Ну, что еще вам показать? Давайте покажу багажник уже. Стекло что-то не работает, проверял я его. Будем смотреть. Полочку заднюю поставил, акустическую. В 1200 рублей она мне обошлась. Уже видос другой. Здесь ее не было вообще. Номера я снял. Что не то, что чтобы не палиться, да, с номерами. В принципе, что тут скрывать. Просто хочу показать вам вот максимальный завод. Что делал еще? Брызговики. Брызговики ставил. Короче, это не заводские. Видно, какой-то кооператив делал, не знаю. Может быть, Китай. Их тут тоже не было. Не было и кронштейнов. Кронштейны я покупал. Короче, сверлил дырки. Сейчас покажу. И устанавливал их. Худо-бедно. Покрасил, кстати, кронштейны, чтобы они не ржавели. Вот и там также.
по днищу у этого автомобиля все замечательно. Покажу вам позже. Вот. Не надо практически ничего вкладывать. Двигатель у нее после капитального ремонта. Ну, немножко, правда, клапан западает. Но не беда, приработать. Западает, наверное, из-за сальника клапанного. Посмотрим. Вот. Ну, что еще рассказать. Купил вот разные ништяки, как говорят сейчас. Модно говорить. Вот чернитель шин. Потому что колеса покрышки в какой-то белой фигне, блин, то ли в цементе, то ли в чем, блин, вот чистить салон. Это мы позже все рассмотрим. Накладочки вот на задние фонари. Они 49 рублей стоят туда вот. Вот. Ковер я взял. Вот этот с той машины, с той восьмерки. Ну, купим сюда новый. На марафетим тут. Все будет замечательно. Кстати, вот купил тонировочку еще. Хотя вот не знаю, блин, тонировать, не тонировать. Хочется, чтобы под завод, да, купил вот шторки на присосках. Покажу вам их позже. Мы их поставим. Посмотрим, что как. У меня вот штатив, аксессуар для съемок. Вот. Ну что, давайте, наверное, заведем машину, послушаем. А, днище я еще не показал. Давайте днище посмотрим. Самому интересно, блин. Кстати, вот колпака не было. Колпак купил новый. Открою вам тайну. Вот, смотрите. Ничего не надо вкладывать в кузов. Все отлично. Правда, здесь вот товарищ мой нанес антигравийку и покрасил. Пороги никакие накладки ставить не будем. Вот. Ну что, заводим, наверное, да? Правда, шильдики вот надо где-то найти на них. Как они называются? Такие стопорные колечки изнутри. Закрепить их. Я их пока так изолентой замотал, всунул, чтобы дырка туда, в дырку вода не впадала. Вот, колеса будем натирать. И, кстати, вот здесь накладки должны стоять. Пластиковые, мы их поставим. Нету дворника, печалька. Проводка вся есть. Тоже ее установим, поставим задний дворник. Как и должно быть. Вот. Ну и заводим двигатель. Давайте посмотрим, как заводится аппарат. Заводится с полторчка. Откроем капотик. Посмотрим, что там у себя купилось. Ароматизатор воздуха в салоне. Вот. Смотрим. Мотор. Немножко подсос прибавил, блин. Мотор после капиталочки. Нету здесь брызговика на двигатель, нет защиты, поэтому все в пыли. Вот, нету крышки омывательной. Вот. Мы ее убрали. Будем красить корпус фильтра. Темно-серый цвет, как и должно быть. Вот. Монтажный блок еще заводской у нее стоит. В машинках не нравится. Пусть не оригинал, но вот завод мы ее сделаем. Будет она смотреться не хуже. Как с конвейера. Вот, колеса будем красить. Не знаю, что еще говорить. Я думаю, что еще будут видео по моим восьмеркам. Как я говорил, та машина тоже она на ходу. Никуда она не делась. Приеду в город, поставлю вот это вот рядом с той машиной.
Вот. Наверное, что, на этом все. Будем теперь пробовать. А, кстати, хочу показать вам, какие я купил ковры. Вот, чтобы потом не отвлекаться на это в следующих роликах. Постелил их. Был у меня выбор за 700 рублей. И вот эти, по-моему, за 900 я взял. Там были такие ужасные ковры, блин, короче. Чем дешевле. Мне сказали, что вроде они ничем не отличаются. Но я посмотрел, блин, вот у этих качество получше. Я вам сейчас покажу этикетку от них. Так. Длинная этикетка. Сейчас найду, покажу. Вот этикетка, ребят, от ковров. Покупал в магазине Марс, город Тольятти. Вот написано. Вся информация. Мягкие, нормальные такие коврики. Вот еще багажник купим. Марафетик наведем. И все будет замечательно. Ну что, на этом все, наверное. Давайте увидимся в следующих роликах, когда будем испытывать для салона вот этот вот очиститель. Джокер называется. Будем очернять колеса, потому что смотрите, какие они страшные, страшные покрышки, они в какой-то белой фигне. И уже будет, я думаю, вид будет другой. Диски, конечно, будем тоже красить. Вот. Наверное, на этом все. Все, давайте увидимся, пока.